I'm alive. Всем привет! Я сегодня такая жутко не накрашенная. Я еду на фотосессию в магазин Анжела Мода. Я думаю, будет интересно. Мне придумают образ, накрасят меня, уложат мои волосы. Я немного переживаю, потому что я вообще не модель. И не знаю, как я себя буду вести. Надеюсь, мне помогут. Хочется яркие, да, и мне хочется каких-то ярких губ. То есть вначале пусть будут, может, какие-то стрелки, прям жесткие, такие сильные, красивые. А потом, допустим, могут быть губы красные. Ну, там надо смотреть по веку. Не всем. Смотри, это уже к тебе вопросы. Да, у меня как раз складка, как это называется. Ага. Двойной век или там. Нависшая век. Да, нависшая вот. Есть. Она не будет так прям эффектно. Потому что здесь у нас прям вот Париж-Париж, береточки. Вот, например, тоже на самом деле красное, что-то можно акцентное сделать. Да, можно здесь. Я как будто попала на модный приговор. Вот, кстати. Увидела себя с другой стороны. Да, потому что очень важно экспериментировать. И нужно все время меняться. Мы стараемся. Ты себя поснимай тоже? Да. Покажу сначала образы. Да, там бы сама не пошла бы и не выиграла. Такие вот всякие штучки. Красивые платья. Это потом покажем. Вот так, ку-ку. Да, это изначально. Изначально мы и запланировали. В общем, здесь каждый стилист в этом магазине. Вы можете прийти сюда, вам подберут образы под ключ. Да, и проконсультируют. Вот, например, одна из наших стилисток, Наталья. Привет. Наталья очень скромная всегда. Главное, чтобы ты там микрофон не закрывала. А я пальцы стараюсь. Первый образ почти готов. Я, наверное, буду в беретке, да? Да. Это Неля, фотограф. Привет. Привет. Вова. Да. Ну, нас представили, да. Ну, как бы. Вы вместе, да, работаете всегда? Да, мы супруги. Ну, да, это. You see right through.
струится. Мы сами поменяли обувь, и мне стало намного лучше. Да, и сразу процесс пошел, да? А теперь холд. Снимайся, сделай потише. Я уже вернулась домой. Пожалуйста. Спасибо, что сделала. Мне безумно понравился сегодняшний день. Было очень весело. Очень необычный опыт. Магазин Анджела Мода. Магазин Анджела Мода, оказывается, существует в Алма-Ате уже 20 лет. Этот бизнес открыла еще мама Ани. Мне кажется, это гениальная идея. Они первые в Алма-Ате, единственные, уникальные. Мне безумно понравилось находиться в их магазине. Там очень хорошая аура, атмосфера. Стилисты очень приятные. То есть вы можете прийти к ним в магазин и полностью с ног до головы вас оденут. Вы примерите кучу вещей, подберете образ. То есть можно позвонить в этот магазин и сказать: у меня завтра свадьба у моей сестры, пожалуйста, оденьте меня, накрасьте, если даже вы этого захотите. У них есть такая услуга. Можно просто прийти переодеться, посмотреть себя в других образах. Это очень интересно. Я прям в восторге, я безумно рада, что я увидела себя сегодня в разных образах. С другой стороны, мы еще немного с Аней попозже поэкспериментируем, когда будет побольше времени. Обязательно сходите в этот магазин и окунитесь в частичку Парижа. Вам понравится очень. Абсолютно все вещи Аня привозит с Парижа, сама ездит, закупает на распродажах, на каких-то модных показах. То есть самые ништяки скупает для вас. Это все ингредиенты на сегодня. Блюдо называется куриные крылышки в медовом соусе. Очень интересно. Это я готовлю сегодня только для Сани, потому что крылышки это слишком калорийно для меня. Но Сайбель обожает их просто. Лук. Ну, в общем, сейчас все расскажу. Первая стадия — разогреть духовку, но пока не буду, еще рано для Саниного прихода. Очень мелко порубить чили и чеснок. Наверное, лучше это делать в перчатках. Вот такое вот чили. Здесь предлагают перец не добавлять, если не любите острое, но, кажется, Саня любит острое. Такой соус получился. Сейчас крылышки буду добавлять. Промою их, высушу и буду мариновать. Очень интересный способ я узнала — варить рис. В большом количестве воды, 10-12 минут. Вода кипяченая заранее в чайнике. И потом эту воду слить и залить холодной водой, чтобы рис был рассыпчатый. То есть как макароны варю я рис. Крылышки отправляю на 20 минут в духовку, а маринад сохраняю. В маринад я добавила ложечку крахмала. Сейчас подогреется, загустеет, и буду доставать крылышки. Достаем крылышки и смазываем их смесью. Все равно покупать надо, понимаешь? Ну, купите какую-нибудь. Ну? Ух ты ж! Это опять очередной сюрприз от Кати? Да? Крылышки. Мама, что, оставайтесь. Я не буду кушать, я уже поел. Одно крыло. Одно крыло. Нет, тем более жареное. Ты что? Под крылом самолета. Вкусные помидорки? Сына? Давай, пока.
завтра к тебе приду мотивацию. Давай мы будем с тобой есть сейчас, да, Клим? А собак не кормили еще, да? Ой, маки-маки. Дед второй. Маки-маки, сейчас мы вас покормим. Очень вкусный рис получился. Синанки. Рис? Угу. Садись. Давай садиться кушать. Что такое? Укололся? Нет. А что? Просто болит. Покажи. Пальцы. Что там у тебя болит? Ноготь, что ли? Да. От чего? Ковыряешь? Ага. Ковыряешь? Будешь у меня по носику получать, будешь ковырять. Не ковыряй палец, понял? Ага. Я сделаю рис с помидорками. Да. Это мой ПП ужин. Клима помидоры с рисом. Тоже вкусно. А ты зачем меня... сено откусываешь, Клим? Потому что мне нравится с откусываемыми и с помидорками. То есть я. Что как? А давай потом, вкусно. Когда съем рис, вы мне сделаете коктейль. Давай. Хорошо. Только... Вкус такой, как только KFC. Только хочу с помидорами. Тебе прям можно KFC открывать. Какую щетку ты выбираешь? Эту. Ну, это же девчачья, это для Лизы я купила. А-а-а. Вот из этих. Эту. Да. Хоть у нас есть электрическая, но иногда мне клин и я обычный. Мама, это электрическая? Нет, это обычная. Это электрическая? Нет, обычная. Ой, она слишком мягкая какая-то. Я не люблю мягкие. Давай. А я вижу кнопку. Нет. Она, кстати, похожа на твою электрическую, да? Ага. А что это для меня новая? Ой, это мятная. И вкусная? Не очень. Я Климу чищу зубы мятные, чтобы он меньше глотал и ел пасту. Зато она, знаешь, как очищает зубки хорошо? А ну-ка дыхни на меня. Ой, как вкусно пахнет. А это зачем зеленый? Ну, чтобы интересно было. Давай ручки помоем. Мама, это огневая. Вот, показывает, что огневая. И я могу огнем дышать. Ну, у тебя такое свежее дыхание, что как будто... Огонь. О, точно. Как будто ты дракон. Аж горит во рту, да? Да. От свежести. Мама, мне очень понравилась эта игла. Много хочу играть. Говори всем пока-пока. Всем пока-пока. Ты мне книжку почитаешь? Ну, конечно.